Всем привет, парни! Мовчик сегодня, с вами Витамин. Давайте покажем, что сегодня можем или не можем. Ну, все как обычно, парни. Ну, вы уже привыкли, я думаю. Сгоревшей жопы. Классик. Здравия желаю, товарищи. Сегодня советский бан. Бэкжан, привет. Стратег, здорово. Кстати, это... Стратег, там, Амиго, передай. Чтоб без мамки в кухне ходил. Пусть посмотрит, как нагибает стримеров. Чтоб прям в углу пусть будет стоять. Нельзя так делать. Так, сегодня я с кружечкой сока. Ребята, маленькой кружечкой сока. Поэтому особого скилла, как бы говорится, не ждать. Ну, вы знаете, как всегда. Что тут объяснять? Блин, вот честно, я все смотрю, бывает, никнейм твой, братюнь, ну давай вот так сделаем. Дитамэт, блядь, господи, почему никнейм ты простой не мог сделать себе? Привет, братишка. Да, вот так вот. Дитамэт. Привет. Почему так, Понс? Мое почтение. Вот это да, вот это залетел. Здорово, СНГ тебя. Да, давно тебя не было, братан. Я уже давно стримлю. Привет, привет. Так, ну что, погнали потихонечку. Клавиатуру ебанул. Понял, бро, все, не вопрос. Если тебе дедматч, как и раньше называл, ничего страшного. Ну, я переживаю, реально. Я когда пересматриваю стримы, там, может... Бывает такое, мне прям в душе что-то прям неладное, я не могу так. Главное, чтобы было все топчик. Костя, товарищ. Товарищи, погнали, да похуй как. Понял, все. Не вопрос, бро, не вопрос. Рад, что так просто все у нас разрешилось. Ага, Костя, а я уже на деревню присмотрелся, Костя. Давайте немножко... Поменьше себе сделаю, вот так вот, наверное. А то я сегодня большой. Ой, вырос, блин. Декольте у меня большое. Тихо. Сейчас, секундочку. Ля какой, да? Ну что, погнали. Сегодня вот так буду играть. Вообще пофиг. Так. У нас рак есть. Может, я разомнусь? Может, хостить не буду? Ну и нахер, ну, ребят. Потому что, бля, чувствую, мне жопу сейчас надерут эти... О, блядь, зашел, ебаный в рот. Я ебу, блядь. Сегодня новый рекорд. Ну, блин, был бы выходной, не вопрос, типа. Ну, блин, давай на выходные подумаем об этом вопросе. Вот. Я думаю, мотивация у меня появится к этому делу. Поэтому, бро, все возможно будет. Будни пока что тяжело. О, блядь. Так ты сможешь... по поводу мощных ребят. Ну, как с кем попаду? Давай, ладно, разомнемся. Хуй с ними. Давайте разберемся, чуваки. Давай.
он с тем, с черномазом. Как гейсер. Как гейсером. У них команда. Пизда. Все, давайте. Не вопрос, у нас тоже команда. У нас топчик, Дима. Беги, Форест. А, погода в экран. Погоны? Что значит погоны? Бля, это моя рука. Я думаю, что за херня? У меня опять хромакей, думаю, не работает. Петя, привет. Ты не задумался хотя бы никак? Пизду. Сколько в мире всего советского? К примеру, Совет Федерации или Совет Европы? Вообще, знаешь... типа, те... Конечно, задумывался. Конечно, задумывался. В чем вопрос-то, блин? Господи, у меня микро... Вот, сладенький, дружище. Про погоны Андерзомби. Братишка, не понял, про погоны, так что... Кирилл, привет. Привет, Кирилл. Так, сейчас нам будет... попытаются нам надрать жопу, но я готов, черт возьми, я готов. Сейчас будем их... Уголь! Бля, я рад тебя видеть, братишка. И у меня такое настроение сегодня прекрасное. Не дай бог, ты вот кугейсер, бараш, вот агроном и актер мне испортит. Ну, я-то знаю, бараш он с кугейсером. А, они все... Блядь, они все четвером, сука. Дай посмотрим, может, они в Дискорде где сидят. Котеняки. Хотел броню, но стреляю мне в ней. Одни белки. Съешь меня. Да, брат. Это мотивация была? Ты хорош. Для мотивации тебе. Я даже не читал, я уже понял. Спасибо, Понс, братишка. Замутим на выходные. Даже немножко пораньше, наверное, потому что соседи в ахуе будут. Спасибо, братишка, за донатик. О, я справа играю. Вот, замутим, 8 часов, окей, 8 часов, не вопрос. Вот это да, вот это ворвался, давно не было, красавчик. Так, домашечку надо сразу занимать. Агроном, да, кстати, не с ними. Я посмотрел, в Диссе нету его. Уголь, я тебе все расскажу потом. Что за бараши, кто это такие, с чем их едят. Все те же лица, братан, все те же лица. Дебошире пьяницы. Ой, блядь. Знаете, что я больше всего боюсь? Своей как лишней рукой игры. Вот чего надо бояться на самом деле. Хуже, чем я, никто меня не может продавить. А, я так... Да, я так... Ой, красногвардейцы, блин, немножко подлагивает. Нах, пошел. Бля, ну кто не отключает гранаты? Ёбаный в рот, ребята, ну это несерьезно. Как дети малые. Кто так делает? Кукгессер. Бля, что за танцы? Бля, наушники. Ай, наушники не там. Это нагиб, походу, моей жопы будет. Блять, да кто так танцует? Бараш. Я не верю, блять. Не может бараш так танцевать. Я смотрел мультик, там не было такой хуйни. Реально не было. Я наебывают, ребят. Нас наебывают вообще. Бараш это Плутон. Ну понятное дело. Главный бараш все равно Витя. Не, ну блять. Я не знаю, сладенький, ты что, сомневался что ли во мне? Я вот, понимаешь, у меня такое подозрение, что ты постоянно пишешь об этом и сомневаешься, что я, ну... И так все знают. Ух-ху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 
Surprise, motherfucker. Блять, они же пьяные, блядь. Какое ощущение, они нахуярились. Они, ну, играют хуёво. Мне кажется, не? Или это какая-то замануха, чтоб я атаковал? Какая-то замануха, 100%. Не может быть все так просто. Больно. Вот это да, вот это будет нормально. Зачем я туда в лес забегаю? Ну смотри, когда я забегаю в лес, с центра начинается, типа, вообще дичь творится на центре. Ну не такая уж дичь прям, чтобы дичь-дичь. Но суть в том, что отвлекается человек. Почему не забежать? Мне кажется, это даже очень неплохо. Кто-то едет. Давай. Т-70. Ха-ха! Забайтил на Т-70. Хорош, не спорю. Красавчик. Блин, я думал, не пробьет. Ну тут мой косяк. Сегодня активно играем. Пытаемся, по крайней мере, уж точно. Бля, что делаю? Ай, бля. Сюда иди. Смотри, что делаю. Ля! Не пошел. Так, давайте немножко поставим, поиграем, да? Потому что это все может закончиться полным фиаско. Кстати, я как-то Шторм Тигр обещал, но вряд ли в этой катке будет, потому что мы следующий за сайтов точно будем играть. Ладно, забайтили, короче. Пущай он будет этим. Троечку потом возьмем. О, мы даже троечку не будем. Нас Жирс поддержит. А если нас Жирс поддержит, то мы дропать будем сразу. Просто. Просто тупо сразу дропнем. Надеюсь, он меня слышит. Блин. Иу. Ой, да снайпер. Ой, все как, вот, блин, ну, нормально, да? По канону играю. Или, аль нет. Мутёк, продавили все, это ГГ. Верил, ну, бас. Ай, красавчик. Привет, Амиго. Я не понял, ты по канону. У тебя как этот, блин. Тебе что, стратег слил инфу, не? Даже огнемет. Американский? Такс. Может снайпера взять, 100%. Он должен снайпера взять. Назад. Так, фунтовочка там, да, не ошибаюсь. Окей, а есть смысл дропать? Вот че, это реально. Блять, я спрашиваю, еду. Гребаный извращенец. Да, это было бессмысленно, черт возьми. Знаете что? И фунтовку тоже бессмысленно брать. Бля, лагает, ребят, лагает что-то, не знаю. Добро это дерьмо. Тихо, стой, черт. Он реально, что ли? What the fuck? Не, я такой хуйни не ожидал от тебя, братюнь. Сейчас мы.
Сейчас вдвоем. Я воль. Под калибр. Давай, помогай. Меня продавили. Пертяки. Все нормально будет, ребят, не переживайте. Если кто переживает. Не докинешь. Блять. Подлагивает чуть-чуть есть. Но это не страшно на самом деле. Бля, вот это страшно. Вот это страшно было, вдвоем, твари. Ай, вот так вы, значит, да? Вот так вот, значит, бля. Давишь, давишь, а потом раз, ля, и все, и уже у меня. Снайпер жал, конечно. Две животные, проебаешься опять. Ну, рейд, бро, конечно. АП не то. Вот она. Это тебе шибаканул? Блять, перестань баловаться. Все нормально, парни. Что вы, блин? Начинаете все. Бля, что так лагает? Ей. Может, я что качаю? Неприятная ерунда. Санники. Да что ты, ну дядь, ну давай. Ты 60 приехал. Ты их перестань убивать. Ладно. Все-таки замочил. Хорошо, что за этот. Да не, не у меня лагает. Такой гейсер. 76, если не ошибаюсь, да? А, 57. Так, потихонечку держим. Я провалился, конечно, ребята. Я думаю, простят меня. Показываю. Не все так хорошо, как нам кажется. Так, дяденька, поехали, четверочку сделаем. Так, вроде все. Тихо. Чуть назад. Все, подходим. Вай. Бля, ребята, давайте, ёбаный в рот. Давайте играть. Блядь, ну кто это оставил эту хуйню? Ну, ребят, ну серьезно вообще. Ну что это такое, блядь? Так, чё мы так лагает-то? Вроде не должно, вроде ничего не лагает.
Блядь, сжёг. Ааа, блядь. Ааа, сучара. Не-не-не, мы возвращаемся в игру, это херня вся. Блядь, сжёг. Дроп? Серьезно? Еще никак не. Хорош, 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 хорош. Да, он вообще пехоту мне все побьет. Слава, господи. Ух, не справился. Блять, ну ебаный в рот. Так обламывает ты все это. Так, наши вроде прорываются. Мардер, бери. Не, Мардер, пусть 67-я меня сразу завалит. В директоре 227, он же на немцах. Мне вообще не мешает на ком играть. Пофиг вообще. Господи! Знаете, мне нормально, пацану. О. Уже веселее. Калиопу ждал, что ли? Ебанулся. Уеть. Так, 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 где... вот он наш бронебой. Ну, сучара. Ай-яй-яй-яй. Кто так делает? Слава тебе яйцам, блять, хорош! Хорош! Вот это да, нормально. Хоть что-то стреляет сегодня. Как не лагало, вообще цены б не было. Не-не-не, чито, ебанулся сюда. Дяденька, я тут вообще нихуя не контролирую, Перестань. Ну, вот, все, блядь, да. Известная тема. Странно, если было по-другому. Я каков ебашу. Нормально. Так, пулемет, наверное, забрать. Конечно же. Сейчас надо привыкнуть. Немножечко. Потому что у меня... Блядь, кстати, активно играем и с той стороны, и мы играем. Прям вообще очень. Лаги Фримен. Ну... По поводу основ... Вот, но то, что сейчас это очень влияет на игру, это, блин, объективный факт. Ну, трудно поспорить.
Заводи. О, тачка. Пяточку, в пяточку ему. Пяточку. Давай в пяточку. Партизаны уже пошли, ну. Да как всегда. Шерман сгорел. Бля, я думал, там снайпер уже. Поехали, поехали. Поехали, поехали. Ну, блядь, а? Другое дело, согласен? Ой, снайпер, да ты хорош. Там без откаточки сейчас забрать надо. Ой, хорош, ой, хорош, блядь. Десантники, пехотинцев, пехотинцев возьмем, пешки строить. Да мы еще и молодцы. На что он копит, бля? Почему он взял обычного снайпера? Значит, СПС-шки сохранить решил. Где, 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 где? Только что передо мной был. Смут. О, пизданул, правильно. Морг от нее. Тут еще едет на меня. Ты отъехать. Блядь, да шо с так... там едет, блядь, что ж там едет? 57-я. Без откатки, без откатки. Где, 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 где? Панцершрек, охуеть, пусто. Изнасилование, блядь. Бойся меня, блядь. Блядь. Сука! Я думал, испугается. Ну, нет, блядь. Это так не работает, походу. Блять, убили. Хотя чатик читал. А, ну ладно, бывает. Через П. Починить хуй. Как скунс, а не ртом. Да, 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 да.
Есть в этом что-то. Бля, надо держаться, ребят. Надо держаться, надо. Бараш через Чечню прошел, такой не испугается. Согласен. Хули тут мой этот рык мой. Все, добивай, добивай, смотрите. Ой, блядь, 57-я. Нахуй я так сделал? Витамин лаганул немножко. Вот, вот как должно называться. А я почти, Ну, блядь. Ёбаный ты хохлянди. Сука, да ну что? Что я жду? Ну, даже не переключился. Ну, пихуй вообще. Задави, блядь. Ай, хорош, проехал. Шлюпки что делают-то? Посмотрите. Есть чем вообще кинуть сюда? Пулемета где? Все есть. Все есть, кроме того, что нужно. Сука. Давай, стопай, стопай. У тебя что-то завалялось. Хорошо-то как. Кидай. Ебать. Ты дур... Дура ебаная, ты чё? Пиздец. Всё, его и... Он... Нет, он... Он не игры. Давай, иди, сука! Да! У-ху! Так-то, блядь. Ты кого хотел поиметь, а? А если я ебанусь немножко? Чуть-чуть. Да, я немножко ебанулся. Ну, бывает. Я хотел. Я пытался. Сейчас зайду, сейчас захожу. А! Майнкрафту? Не, я не буду Майнкрафт больше стримить, хорош. Ебаные эксперименты. Бля, зачем я взял? Я забыл просто про свой... Ты что так лагаешь, сука? Хорош, хорош. И Хойки точно больше не нужно. Ты
Да, блядь, ну как тут играть, если они нихуя не... Они, ну, не контролятся нихуя. Как тут играть? Что за ёбаный бред? Сука, иди сюда, блядь. Хорош. Хорош. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блять, у нас с другой стороны проблема. Надежность, Н. Валим, 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 валим. Сука. Это уже интересно становится. Я стал еще хитрее, да? У меня никого нет, не похуй. Сколько хочешь, братан, сколько хочешь, вали. Я не хост, и кикать, ну, типа, даже если, ну... Хотя, типа, заманчиво, да, лаги пройдут, это, конечно, круто. На самом деле. Лаги пройдут. Нет, это слишком сладко. Ебать, да, еще неплохо. Не, я днище на самом деле. Но и неплохо. Как днище, по крайней мере, уж точно. Гренардерчиков моих бьют. Что там отремонтировали? Башенку? Поехали, там башенка отремонтирована, уже хорошо. Сюда. Бля, опять не то пью. Да мне пихуй, что ты там стреляешь, дядь. Ой, бля, 57-я там, наверное. Готовься. Ёбаный дурак, блядь. Ну хотя бы испугал. Хотя бы испугал. Ой, да кто там такой? Тигр такой. Вай, важный такой. Хорош. И заебалы. На, подка... Не тем ты ударил. Да, вообще что-нибудь починить можно? О, по-моему, вот эту хуйню можно починить.
Бля, ну это прекрасно. Это прекрасно. Так, винтовка. Винтовка опять. Опять балуются с винтовками. Поближе, поближе, поближе. Ой, сука, такой. Воды. Не, мы с ТГ заберем. Нельзя такое пускать. Да сейчас. Так, я тебя отпустил, дружище. Да, конечно. Погнали, бля. Ой, бля, 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 Евсей. Бля, бля, мне не нравится. Евсей, давай там без бля. Одного нубаса нам в команде хватит. Бля, он опять убил. Сука, последних убивает. Вон он, блядь. А, это обычный бомж какой-то. Ну, стреляй. Это кибербуллинг, пацаны. Отвечаю. Сука, насквозь кибербуллит меня. Предложил мне немножко раскрепоститься и раскрепостил меня. Дух починил. О, точно, точно, точно. Надо валить. Да, сука, отобысь. Отобысь от меня. Ну, ран, блядь. Что за... Все, я понял, ну убил, все, перестань. Убивайте, блядь. Последний бомжей мы их добил. Давайте, наверное, сейчас Чумайко возьмем. Ра! Охуеть. Такого я тебя не ждал. Стоп, стоп, ты наоборот сюда, вот этого бомжа. Охренеть, против меня что там выводит. Вот починил. Вот вам кибербуллинг, пацаны. Что делают? Это машинка. Ничего сверхъестественного. И Т-60 еще. Не оставляет надежды. Не оставляет. Блять, он сквозь него куда-то стреляет. Чудище ебаный. Ну, алё, ты что делаешь? Ой, дичайше везет сейчас. И тигр, тигр, тигр выходит на позицию. Лагает, сука, согласен. Прям такой мне прям настрой тоже. Ну, Б, убив. Сука, что это было, блядь? Что это, блядь, было, нахуй?
Кто это, блядь, было? Неактуальный вопрос. Даже очень. Бля, докопился. Дела у нас как никогда хуёво, ребята. Да если бы, ну, типа, отлёг там, ты... Может быть. Ай-яй-яй, бля, я думал прям в него. Ой, животное, давай! Ай, бля, не, так его не взять. Нихера себе, гранаты. Чётко. Ну, блядь, вот нахуя ты это делаешь? Че? Ты вот так вот делаешь, да? Тёзки, парни. Кузачочек. Да я пихую вообще, братан. Ай, вот краешек. Ну, прям краешек. Прям реально краешек. Ладно, он свою, типа, задачу выполнил. Красавчик. Спору нет. Дробовики. Так, где это? Сука, блядь, бесит меня. Блядь, ну с такими лагами, да, тут поиграешь, блядь. Сука, тут... Попал в топ 700. Нет, Иван, попал в топ 1200. Из 1000. Вот, а без стрима, ну, вернул свои позиции на 1000, обратно вернулся. Поэтому, не попал. Ну, планирую в КОХ играть и топ 700. Дальше потихонечку будем продолжать. Это в 4. Пиздец, сука, блядь. Давайте, парни, вся надежда на вас. Они не парятся, просто положил его и похуй вообще.
А, ну и оно и правильно, типа, оно так надежнее. Ну вот что это, блядь, что ему не хватает? Встать, наверное, да? Ну где? Пиздец, ебать ты лох. Не, просто в ПУ вообще не вариант. Такой мрак начинается. Эти такую котеняки такие. Кого-нибудь там поважнее. Блять, ну у тебя, сука, есть бронебойщик! Давай протискивайся сюда, левой ногой, правой ногой, остальное само пойдет. Мудак. Это называется ходьба. Ты тоже хочешь такую штучку? Мелочь? Бля, братан, ну у тебя бронебойщик, ну не тупи, это ебать. Это для своей жены, это для чужой. Как прокомментируешь завершение карьеры Гранта как ютубера по мову? Не знаю, дар... Чего ты, блядь, ждешь? Ну, блядь, это пиздец. Блядь, поиграй тут нахуй. Где? Вот тут? Или тут? Вот тут, да? Давай, на. Эй, тигры, сольем, блядь, тигры! Блядь, у него бронебойщик был, блядь. Нет, я теперь чину это ебучее брать буду. Нахуй нужен был себе бронебойщик, блядь. Куда ты едешь, тять? Ну подожди ты. Ну что, на лекарство мне, да? Где? Что-нибудь, где-нибудь. Грант лучший стример. Стример? Он даже стример? Банная, в рот. Спасибо, братишка. Жаль, что Грант... А что, он ушел, да? Все, не стримит больше. Все, бывает. Недолгая карьера так быстро закончилась, к сожалению. Ну что вы, блять, я все, не могу на таком хосте играть, это пиздец. Не я один, наверное. Блять, издевательство. Я буль.
куча издевательств. Сука! Райдер, спасибо, братишка, за донатик. Ну, тут речь вообще может быть, блядь. Нет. Именно. Я тут. Какой стороной? Не, ну и нахуй, пизду. Это с какими лагами играет? То ли у меня лаг... Вот я вот пытаюсь выйти. Ой, спасибо тебе, Штурм. Разрешил мне выйти. Гайды Гранта? А ты знаешь толк в возвращениях. Гайды Гранта. Так что там случилось-то? Давайте в двух словах, двух предложениях. Неплохо за советов сыграл. Хайпа нет. Так, бля... Во! Понимаешь, Озонка? Типа, где искать хайп? Типа, в мове? Блядь, серьезно? Типа, мог даже сюда не лезть. Тут своя атмосфера. Хайпить, блядь. Витамин боится Гранта. Ну, тут да, тут правда. Тут да, ваша правда. Не, давайте. Ты, блин, лагало, пиздец. Ну, блин, не так обидно было, если б не лагало. Не так обидно. Блядь, они опять приглашают туда.
Так он неплохо начал, так заебался. Да в смысле неплохо начал? Блядь. Ну, типа, смысл обсуждать это, потому что он вообще не начал. Начинать с какого-то говна, блядь. Как будто посреди комнаты встал. Вот мы тут все ребята, блядь, собрались. Он встал, блядь, посреди комнаты и насрал. Это, блядь, хорошо начал. Неплохо. Охуенно, блядь. Надо было ему... Он хотел захайпить на мой... Я понял. Вот это... О, правильно. Там Амиго пишешь. Правильно, красавчик. Витя, захайп. Я уже хайп. Обратная реакция пошла, парни. То что, а вот видите, уже я начал, блядь. Это все вот влияние вот это вот все. Пагубное. Постмодерн, да, озонка, да? Давайте сидим попиздим лучше. Ну и нахуй этот мов. А то и сопьюсь нахер. Стратег, бля. Ну, знаешь, я это, типа... Я не шарю философии, но я почитываю, бывает, да. Мне интересна эта тема, поэтому... Вполне сошел бы за учителя философии. Особенно под бокальчик сока. Боже, это прекрасно. Вторник, улетный день, парни. Так, а кто меня приглашал? Это вот этот Нига приглашал меня. Кугейсер? А как Гейсер? Игра слов. Артём, привет. Базар. Виль, тут какой-то тон есть. Давайте, может, до дона доебёмся. Бля. Базар. А на базаре ты не с советами. Давайте 2 на 2, блин. Тут чувак какой-то есть. О, во. Что-то новенькое, на самом деле. Давайте. Что новенькое. Парни, заскакивайте. Кто хочет, сыграем. Против ноунеймов вот этих. Да кто он, ноунейм, блядь? Это цифусеры. Ну, наоборот, на цехе это хорошо, что цифусеры. Это прекрасно. Все, в бой пошли. Бля, цех и цифус это прям, ну, прям ладненько. Ничего лучше не пробовал. Веселые чуваки. Зивик и Огарь. Теха Кромвель. Декстер 800. Совершенно верно. Кромвель плюс 105. Пятка. 97-0. В принципе, слышь, особо-то и офиг-то не нужен на этой карте. Ну, по сути, понятно, где все... Тусуются парни. Возьми снайпера. Да, не, обязательно возьму снайпера. Ну как без этого? Я, конечно, возьму, но это как? Иначе не может быть. Мы еще и СУ зарашим сначала, а потом еще и снайпера возьмем. Ну, дядь, ну что ты? Бля, какой, блядь.
охуел, что ли, блядь? Ебать. Сейчас, 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 дядь. Ху, неплохо. Ну что, погнали дальше. Штурмовики. Теперь через цех идем. Раз не получилось, немножко затупил, надо было сразу пулемет выбивать. Немножко. Немножечко закоротило меня. Немножко закоротило. С этой стороны, конечно, да. Бывает. Погнали, поможем нашему союзнику. Нашему братишке. Отлично. Погнали на центр. Пока есть возможность. Переиграл, блядь. Да. Я тебя переиграл, братишка. Вот сам. Похуй. Пихуй. Поехали. Ай, хорош. Попался. Блять, дружки-то ножки. Так, знаете что? Тихо, 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 дядь. Ну что ты, блядь? Сдурел, что ли? Здесь 24. Ой, ой, СДшечка приехала. Что делать? Даже не знаю. Может быть, немножко тебя убить? Упс, 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 упс. Патроны-то закончатся очень быстро. Не, мы рашим, похуй вообще. Вот это согласен, больно. Вот это больно, 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 больно. Поможем своим союзнику. Так, ребята, чатик чуть-чуть позже почитаем. Изи. Изи, братан. У-ху! Да! Хайпанем немножечко, парни. Снайпера убили моего. Мы еще возьмем сейчас. Да-да. На центр ты сегодня не уйдешь. Если только тот чувачок
Тебе поможет? Снайпер, да? Вот это нормальная линия. Во, 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 четко. Что там, навес? Бля, дела у тебя нехорошо пошли, да? Попал, 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 попал. Так, центр нормально держим. Окей. А, блядь, как раз наоборот брал. Веселые ребята, да? Да, сгорел парень. 8-8, меня это не устраивает. Это нехорошо. Терпим. У нас еще парни. Давайте сразу перекинем, наверное. Так, стоп, 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 стоп. Единственное, что, наверное, тебя, наверное, заберем вот это. Вот так вот. Давай, 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 давай. Сучара ты. Стой, стой, стой на месте. Отлично, вообще красавчик. Красава, красава. Ой, танцы, блядь. Ой, танцы были. Именно, именно, братишка. Минус снайп. Оу! Пизда офицеру. Довольно-таки весело, да, бро? Ой, хорошо. Ой, прекрасно.
Аля, убьем. Так, ну что, давай, погнали. У нас 3-4. Потихонечку погнали. Не знаю, что он там возьмет. Что бы ни взял. Ой, там... Что бы ни взял, мы пойдем к нему сходим. Так, все вроде. О, дядь, ну ты че, повернулся так неаккуратно. Так неаккуратно ты поворачиваешься. Бля, захватываем. Ой, хорошо-то как. Вообще охуенно. Сам себя, блядь, брат. Как-то так. Ну, а ты поворачивать будешь? Ну что ты? Как нет, самый. Так, заходим обратно. Бля, как хорошо. Так вот навязал немножечко игру, и все, спокойно играй. Без напрягов. Вот и все. А там атакуй его. Ух ты! Где тут все серьезно было, я смотрю, да? Брата какая-то вообще, не пойму. О, парень, что делается, да? А как? Все, коту масленица. Сейчас будем тебя добивать. Снайпер. Какой жук.
отшипись. Ну-ка, туда ему на. Вот так вот. Обмен. Срочно обмен нужен. Нужен обмен. Все, меняемся. Снайпер на другую сторону. Ух ты, аж... Пидарас. Ты меня называла. Да, ну это я накосячил, конечно. Он даже не тронут. Так, поехали, ладно. Прокатимся. Блядь, накопил, я хуею с этой дуры. Зря я поехал, конечно, знал, что там есть, но ладно. Сука! Ну что, говнюк? Посмотрим. Из чего ты слеплен? А, хорошо! Сучонок, блядь. Будешь играть в Cold War? В Гоху, да, буду, конечно, играть. Нихуя, он там сам стреляет? Дядь, а кто тебе разрешал самому стрелять? Охуеть, сами стреляют, вот. Распустились тут. Блядь, ну как ты стань, ну не знаю, поаккуратненько что ли.
Может, здание разрушить? Ой, хорошо. Ой, молодец. Ой, блядь, хуёвая идея. Хуёвая, согласен. Поехали! Видали, кого два взял? Сука, так вроде я не убил. Я же гранатометом, не? Базукой. Ой! Поехали домой. Нас дома ждут. Сука! Бля, М19 плохая идея. Не, конечно, попасть нереально туда. Тоже плохая идея. Снайпера мне использовали, смотри. 8 набил и 6. Ну, что еще нужно? Бля, еще бы убил бы, вообще в цените не было, мужик. Нервничают, нервничают, не зря нервничают. Можно с тобой? Да можно. Обычно гикают. Спасибо за игру. Зывик, что-то, блядь, по очкам не очень. 57-ю зря слил. Глаба. Ну вот, видишь, блядь, хоп, пошел. Зря, вот плохая покупка была вот эта, Бофорс. Бофорс на 16-й минуте плохая покупка. И М19 тоже дерьмо. У меня что было плохая? Это Б-64, 57-я слитая. Тоже не так себе. Ну, КВ2, ну, КВ2 это фан. Ну, тут, конечно. Вот, тут, в принципе, да. Ну, у нас тут немножко ошибок было. Цифуз, блядь. Ебать, ну, что за стратегия, блядь, ждать цифуз? Охуею. На цехе. Это сказка, парни. Сказка, не больше ничего не сказать. Ты выиграл, да? Рэй, ну что ты начинаешь, на? Заходи в Дискорд. Пиздым. Так, Люха, по поводу, можно с тобой? Да можно. Ну, единственное, что у нас выебут всех.
Так что готовься. Сейчас 4 на 4 будем играть. Может, Панзервафер ждал? Наверное. Кстати, парни. Возможно. Стоп, страта. Ждать всякую хуйню на цехе. Угу. Удачи. Зайди к Герцу. Бля, какому Герцу? Пишешь тут? Или Герц? Ты имеешь в виду Герц? Фуз на цехе прямо можно обмазываться можно, да, Сань? Вот, вот я про то же, да, прям. Охуенно. Маловато я взял. Маловато. Так, Гранту. Это не он, братан. Это не он. Давайте, может, побольше? Найн. Найн, стратег, да? Что, давайте поставим какую-нибудь карту. Давно что мы не играли? Вот. Пусси мы не играли. Очень давно, кстати, парни. Как думаете? Не, ну у меня, блядь, вот начинается вот стратег, вот ты пишешь сейчас, вот сейчас залетите тут, блядь, без стука, и сейчас, и все, и там, типа, такое очко мое такое, а, витамин, ууу, вот так будет, да? У меня ж тимы нету, блядь, кем мне играть? Армир можно. Да можно, парни, можно сыграть. Но нам надо забалансить все это дерьмо. Потому что если у меня шопа взорвется, я как родстер Илон Маска улечу к звездам. А я не хочу в космос. Без скафандра, господи. Ну давайте карту выберем, ну. Чего вы начинаете? Лучшим ботом этой игры со мной. Можно, кикнули. Кто тебя кикнул, Декстер? Что за скотиняка? Ну-ка покажи на них пальцем, и мы их вытрясем всю душу из них. Элитец, что ли? Россия. Это не Россия, это Пусси. Так, деревня, ага. Вот креатив правильно мыслит. В правильном направлении, видите, видите? Там даже стоит уже. Готовьте свои жопы, ребятки. Кто против нас будет? Ни разу не видел карту. Город 4 на 4 лагать будет, братан. Честно, вот честно лагать будет. Потому что сколько не играли, начинается как минимум арта, а как максимум все гореть. Вот. И все начинается вот это. От эффектов лагать. Ну, бля, не, город неплохая карта, в принципе. Но... Город полная залупа. Антон, это... Я молчу. Все. Мне нравится по флангам в городе играть. По центру мне вообще не по кайфу. Сельхоз ставь. Прогулка в пустыне. Стратег. Вот, вот... Ты можешь пиздануть всякую хуйню. Не надо. Не, на... не надо. Нет, на самом деле. Контент... Нет, да какой контент? Вот реально... контента вообще ноль будет. Ты хочешь, чтоб я, типа, вот это вот ты хочешь, да, чтоб я делал? Не-не-не-не. Деревня, окей. Сельхоз. Давай, деревня была, сельхоз. Вот я к сельхозу или уже Руси? Прогулка, прогулка, прогулка. Давай пустыню. Не, парни, пустыню вообще на стримах не ждите этих ебаных пустынь, потому что я... Ну, нет. 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 Все, нет. Тут нечего разговаривать. 3-3 на прогулке. Эти воздушный бой. Я как Фаул 2. Что ты мыкаешься, деревню поставишь? Там перевал. Перевал, видишь? Насколько близко, братан?
Проделы говорит. Не, у нас... Мы не пришли к единому мнению. Что у нас будет? От вас не добиться. Вы как этот... Рак, щука там и еще что-то там было. Как в этом... В басне. Лещ. Ставь один на один. Креатив и против тебя? Ну, так... Топи за прогулку. Подожди, прогулка. Что за прогулка? Ты мне... Вы мне... Эламейн. Прогулка же 4 на 4, я не ошибаюсь. Подожди, я ошибаюсь. Перевал Кассерин. Перекресток. Эпан. Разгром на запад. Объект Пригорье. Блять, какая прогулка? В пустыне? Прогулка в... Иди нахер своей прогулкой в пустыне. Сами там гуляйте. Изверги. Не, я понимаю. Окей, собрать, типа, бой. Типа, бой, реально, бой такой. 4, 8 на 8. 4 на 4. Хорошие настроечки поставить и просто сделать мясо. Возможно. Но не сегодня. Точно не сегодня. За прогулку на деревне. Зато она не лагает. Ну, да, кстати, ну, сложно. Странно было бы, если бы она лагала. Песок везде. Что там? Ляпну текстурочку и все. Так, ладно, давай. Колхоз. Я играл ее 3 на 3. Этот страйдер, это как этот... бульдозер ты тоже, да? Как Влад. Типа, да, это и... Карта, блядь, 4 на 4... А хуйня, 2 на 2 играет ее. Не, ну, отчасти я в чем-то с ним согласен, конечно. Вот. Прогулка в 3 на 3 играть. Мы как-то играли в прогулку. И мне не очень понравилось. Что они делают? Ну, а ну... Я не знаю, я советами играю, мне до пизды. Как хотите. Бля, вся братья собралась. Три, три, два, два. А, понял. То есть это те старые добрые времена. Десять минут. 10 минут от неизбежного, ну. Ставь 4 на 4. Ну вот, вот начинается вот это 4 на 4. Деревню, блядь. Да, вот она, блядь. Да, деревня, да. Ну хуй с ним с вами, деревня. Как всегда. Как всегда. Ничего нового. Да ладно, у нас как в Доте уже, типа, деревня это стандарт. Да ладно, он сейчас не так хорошо играет. Он не так хорош, короче, вот так. Он не так хорош. Был когда-то, ну все, он спекся, он уже не тот. Уже не тот, он же кукгейсер. Кукгейсер. Бульдозер, это мы с Бонзаем прозвали его, но не тащит уже. Карты 3 на 3, 2 на 2. Не, такие карты, в принципе, можно играть. Нормально они будут. Ставь базар или лейк. Ну ладно, озерный край, окей, можно. Озерный край еще можно сыграть, но... Мне нужна Тима. Без Тима играть, ну это пиздец. Все деревни, кроме деревни, это хотя бы, ну, 3 человека. Ну, как минимум 2. Вот против вот этого. Копатычи, вот, который заходит всякий, негодяй. Только в один на один. Рихост просит. А чё рихост? Хуя.
Аминь. Просто написки. Вот, Рэй, когда ты зайдешь на стрим, зайдешь в каточку, и тогда мы будем писки играть. А пока... Нахуй пиздить, а? Ну что ты начинаешь? Сам отнекиваешься от стримов, блин. Только в кох идешь. Да, то не трожь. Катив. Блять, как... Дота говно. А? Бурление. Да мне типа пофиг на самом деле. Братишки не могут зайти. В адиках? Братишки. Я хотел с витамином Илюх. А что? Ну ты видишь, какие дяди заходят, блядь. Мне самому страшно, у меня коленки трясутся. Я ж нубас, еще тот. Дота для задрота. Так штурм тоже. Антон, тихо, блядь. Ты что раскрываешь все эти секреты наши, блядь? Подпольные. Даже снипер мне приглашает в каточку. Не люблю эти таймеры, которые пацаны ставят, блядь, вот эти вот гранат жесткие. Ко мне, мои маленькие, давайте. Ух, 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 народу, блядь. Ну вот как на деревне прут, сталкер 86, это кто? Я с ребятами. Тут все с ребятами, как бы. Витя, за что меня кикнул? Ну, надо сговорить, что я стрим смотрю, братан. Я тот-то, тот. Ну, бля, я ж не могу знать, кто что. Предупреждаю, ну, бля, все хотят сыграть хорошие катки. Поэтому я обычно, ну, маленькие ранги кикаю. Объективные причины для этого есть, я думаю, понимаешь. Это не хочу сегодня. Страйдер, давай так, вот на самом деле сейчас. Когда будем играть 4 на 4? Во 3. На этой неделе должно важное событие состояться. Ты сам понимаешь, какое, я тебя просил. Всех карт не будем раскрывать, но надо сначала погонять. Хотя бы, ну, я в зрителе посидел бы. Как Лингонском мне написали. Я малек. По-моему, ни в одной игре, кроме фермы, нельзя расслабиться. Ну, в деревне можно. Я постоянно... Вот я этой ночью вообще чилил охуенно. Ничего не делал, типа... Сижу, пацанам говорю, типа, не давите. Беру ИСУ и стреляю из нее. Кайф. Не знаю. Ну, там, конечно, ранги не супервысокие. Там 400 игр, там 200. Такие... Ну, чисто, знаешь, это типа, слюна такая. Изо рта. Обама, ты что такой злый день, блядь? Так, ладно, давайте уже распределимся. Так, кто с кем? Мул — это чей-то смурф. Я даже знаю... Антон, не знаешь, не? Чей? Не, блядь, ну смурфы на самом деле палить на стриме такой себе. Так, хим...
Сейчас, ребята, пару секунд, я отойду на самом деле. Сейчас я тут. Сейчас, парни. Я. Уп, появился. Так, давайте. Кто там? Так. Кого кикать? Короче, вот так спрашиваем. Мулы разорвали. А что там с мулом? Иди нахуй отсюда. Ой, вот, вот, вот. Ку-ку-ку. Снайпера кикни. Ща, он уступит место. Так, кому еще? Где нахер? Дай поиграть. Па-па-па-па. Надо было считалось, что кикнуть одного. Давай вот так сделаем, окей. Погнали, ептать. Погнали, парни, погнали, ну. Давайте, играйте. Ну, вы начинайте, блин. Нормально же общались. Команде кикай. Дружелюбный комментик. Видите, я какой, блин. Я добрый, блядь. Я никого не кикаю почти. Ну, единственное, что, ну, бывает некоторых. Ну, в основном-то, ну, ребят, видите, я против войны. Подставил сейчас Амиго с Морнингстаром, приколу и снайпером. Так, ну что? Я сама доброта, ну. Выдели всех и кикни, да? Вот так вот надо было сделать. Слишком дурно. Ну, Амиго. Ну, блядь, ну... Если бы я был другой, ну, ты бы пришел сюда. Приходят всякие, так его кикнуть. А я, видишь, я сопротивляюсь. Я как последний бастион, блин. Три зрителя нельзя, братан, ну...
Никак так не... Опять я кикнул тебя. Или, или в прошлый раз. Типа я рехост сделал, мог заходить. Ну что, давайте расскажем, как ребята будут воевать. И это, кто смотрит стрим, выключаем звук, сворачиваем браузер. И не подсматриваем. Не особо топовая катка. Ну да, тут... тут... в, одни, в одну калитку сейчас будет. Ух ты. Уже начало неплохое. 3, 2, 1. Погнали, все. Что тут у нас? Слева направо. Смотрим. Му. Горный стратег. По центру. Колония. Братишка, колония. И получается Басаев. Он же Бульба. Право. Кто у нас против Бульбы играть будет? Сна пизда по снайперу. Аминь. Моргенстар. Старый декола по центру. Ну, в принципе, неплохая битва по центру. Не ясная со стратегом будет. Все. Все зависит от... Все зависит. Ну, кстати, вот тут сейчас то, что Амига, я не знаю, как против Мула будет играть. Сейчас посмотрим, насколько агрессивно. И тут встречаются две машиночки. Машиночки. Именно. Бля, зря он поехал. Ну вот зачем? Не, с такой игрой это будет вообще... О, МГшку еще и заберут. Не, с такой игрой это можно типа GG писать. Если так будет дальше продолжать делать. Отдавать такие важные пулеметы в начале. Справа у нас тишина, вот по центру веселуха идет. Парни начинают бегать, носиться. Да, и вот слева я смотрю, так поддавливает. Ну, он в соло идет. Да, в соло. Ничего ему сейчас не мешает. Мау. Интересно, что зачем он? Не знаю, что это. Будет мул у нас. Будет как мул тащить. Сразу баш 64 от Амига. Дефать. Еще раз дефать. Это что? Блять, ну это чел вообще. Этот, ну... Колонел, блять. Братан. Ты что-то... Что-то мутишь что-то. Непонятно. Походу... Ну вот, вот диверсант на самом деле. И тут уже непонятно, кто кого. Диверсант высаживает ПТ-стрелка. И может подловить. Ай, подловил с первого выстрела. Ого, ПТ-стрелок немецкий-то. Бывает, ну, как говорится, палкой раз в год стреляет. Даже и он может. Бля, тихо, не газуй-то. Не бускуй. Как моя племянница говорит, не бускуй, бля. Бля, по центру такая дырень. Вот сейчас на самом деле надо поднадавить, конечно. Утренней звезде с деколой. И будет вообще счастье. 222-я стратега. И не вижу. Нет ПТ-стрелка. ПТ-стрелка не вижу. Зато я вижу Т-60, который будет наказывать сейчас 222-ю. Морнинг? А, good morning. Ночь. Ночная звезда. Блядь. Подожди, good morning. Утро, блядь, ты чё меня путаешь, а? Блин, блядь, ладно, не будем. Просто звезда тогда будет. Я запутался. Так, вот сейчас... Ай-яй-яй, не повезло, немножко ты 60, а мог забрать... Мог забрать из СД КФС. 222-я пытается, заезжает на центр. Где ПТ-стрелок? ПТ-стрелка до сих пор нет. Хотя бой был сейчас зарешал снайпер. Отдвигается по правому флангу. О,
ну не, осторожненько. Все, он встал, он уверен в себе. Надо отъезжать, да, отъезжает. Показывает, что Т-60, надо что-то мутить. И британский спецназ, у него есть Пиат, но Пиат перебегает. Ну, вначале, в принципе, можно и не брать, типа, этого, Пиат. А то стрелка бы вообще бой захватила бы за глаза. Ой, попал, как хорошо это у нас. Шестифунтовка, нет? Да, это шестифунтовка, все, это аннигиляция вражин. Ну, башню сбивает, не убивает до конца. Т-60 нагло стоит. И союзники-то не могут помочь. Вот Т-стрелка, он немецким, конечно, лоб Т-60 сложно ходить. Сложно. Я думал, в одну калитку, но нет, сейчас довольно-таки неплохо. Союзники играют. Т-60 только немножко косячит сейчас бортом. Ой, хороший выстрел, стратег теряет у нас. СД-шку свою здесь до вторую. В принципе, он рано или поздно все равно потерял. У него 6 фунтовка, Т-60 от пумы умирает. Кстати, я заметил, что Басаев любит у нас пумы в начале игры. Так что, ребята, кто играет, всегда имейте в виду, что от него всегда пума выезжает. Почти всегда. Так, ты сейчас сам забыл на какую-то вот игру. Ну, не знаю, ПТ-стрелок японский вообще плевать хотел, что там багованный, не багованный. Он просто... Ох ты, 6 фунтов-то выбили. Да, не добил, но можно подъезжать, на самом деле, не бояться. Ой-ой-ой, все. Минус 6 фунтовкой, так? Хорошо сыграл же Басаев. Ой, Т-60. Бля, зачем? Просто тотальный какой-то слип сейчас идет от союзников. Не... Ось. Вообще, засейвил всю свою технику. Тут декол, опять 6 фунтовка, снайпера от... Моргенштерна. Моргенштерна. Стара. А, снайпер. Ого. Ого, вот это интересно. В поле. В поле каждый колосок, это все мое родное. И погибает. Погибает. Пума сразу. Шарит, что нужно. Нужно переезжать направо, нужно дефать точку. Но, в принципе, тут... тут вообще все. Тут все прекрасно. Слева. Снайпера. Муал. Муал. Это француз какой-то, наверное, Муал. Но звучит по-французски, явно. Так, снайпера. Либо чисто бок. Да, ну да, Антон, согласен по поводу. Т-60. Нет, ну Т-60 это вещь. Это must have в любой катке. Бам, стрелочек. Два снайпера. Это чьи? Амиго. Амиго. И отдает одного стару. Как она стрелял нас дрюбит. Ну, немножко, конечно, ось поувереннее. Из-за того, чтобы не потерялись только техники. Союзники. Навес от стратега. Ну нет, не так. Спалил. Вот сейчас, например, Пиат есть, можно Пиатом выбегать и забирать. Броневик. Ой, ну то зачем? Ну ты ж видишь, что. Кола, давай. Беги. Увма. Дядь. Пишу я. Бля, 4-4 одному, конечно, комментировать непросто. На самом деле. Юнит. Да вроде нормальные юниты. Такого криминального.
Просто, блядь, у меня пальцы так уст... Нихуя себе! Окей. Окей, погнали. Погнали. Так, ребята, это крайняя каточка на сегодня. Вот. Конечно, не 7 часов. Но я думаю, где-то минут 40 мы сыграем, наверное. Вот так. Но планирую на 40 минут. Если мы их жестко не накажем. Тебе не больно? Немножко есть. Ну, блин, надо уже начинать. Катать. Ой. Надо собраться. Не как в прошлой катке, я на центр справа. Отлично. ДБ4, я уж точно нет. Ну и хорошо, разобрались. Б4 не наш метод. Я ИСУ, это интересно. Пока вот так сделаем. Машинки. Машинки, машинки. Деточка. Что-то, что-то мне знакомое. Бля, что делаю? Бля, что делаю? А вот такое дерьмо-то хотел, братан? Я думаю, что не очень. У нас центр вообще по пизде пошел. Забыс, забыс. О, сука, да. Да, сразу привел. Сразу привел. Что делаешь, дядь? Надо центр занять как-то нам. Попытаться. Д4.
ДС-ка, на. Вот, ДС-39. ДС-стрелок. Нет, не стрелка. Солдата. И щпок! Ах ты, сука! Ну что, блядь, куда ты вообще палишь? Ой, Dangerous. Опасно. Ну терпим, пока терпим. О, ШПТРС! Животворящий делает. Где второй ПТРС? Где? О, бля, это 4, наверное. Бля, по центру хоть так поиграешь свободно. Играть. Так, ДС-ка. Про нее забываю. Давай, давай, давай. Не-не-не-не-не. Так, отлично. Там четверка даже, вау. Вау. Да слева у нас не очень. Кто? Кто стар? Давай, дядь. Делай вещи. Там моя пехота подползет. И будем в атаку идти. Питер. Даже такое бывает. А чё ты даже не заметил про читеров? Как они плотно, 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 бля. Прям плотненько. Так и не увидел, где он валяется. Так не увидел ничего. Бля, нихуя себе попал. Нормально так. Нормально так попал. Центр еще. Второй еще. Да,
Так, это... Так, снайпер где-то тут. Снайпер, блядь. Оу. Хорошо, добил. Чуть-чуть поближе сейчас подведем. Так, МГшечка, вот она. Блин, а где этот? Пел. Так, назад. 57-я там вообще рубит нормально. Было близко. Охрена себе подъехал. А, ну тут, в принципе, все норм. Будет исполнено. Огонь прикрытие. Элитку, элитку, элитку. Элиточку сразу. Шалом, про Квин. Да, можно завалить. И не завалить. Да, такс. Опасно. Погнали на центр сбивать захват. О, сейчас офицер будет подсветить. Где, что, куда. Завтра стрим, да, будет. Завтра стрим будет, все нормально. Двенадцатая минута. Да, 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 да. Вижу. Хорош. Будет исполнено. Слушаю, командир. Да, командир. Ну, помчал. Навесик там, да? Штурмовиков вперед. Пробуем.
Где там пехота? О, подходим, на подходе. Блять, через эрку хотел прожмать назад поехать. Нет, все. Ох, меня поразил самое сердце. Ой, неплохо. Егерей зацепил. Так, потихонечку центр попробуем занять. Чё бестолковый? Охуенный юнит. Тройки только летят. Ой, я тройку убил. Подожди, когда я тройку убил? А, ну может она сгорела это. Милюга. Тут тачка стоит. Прокачку. Сейчас будем прокачивать будем. Где-то надо покачать. Так. Что-то вообще пиздец. О! Во-во-во-во! Пью! Мудак! Глаза слипаются, честно говоря. Я прям залип немножко на какую-то секунду. Поможем союзнику. Блять, плюнуть бы в тебя хорошенечко. Как же тебе плюнуть? О, нашел. Метод. Зря он подъезжает. Так, зря мига. Куда ты поехал? Зря мига, блядь. Там дом, тем более. Пока снесем, окей. Бля, как повезло сейчас, конечно. А, это красногвардеец был, я думал снайпер. Да,
Ну-ка, пробуем. Кто там ползет? Красаев, стратег. Да? Стратежек. Ты даже попал в меня, что ли? О, я там затанцевал. Пошел танцевать. Я снайпер убил. Все, танцы закончились. Ниже танка стрелять. Вот, окей. Примерно где гусеница. Ой, блядь, наш снайпер только так валит. Давай, милочка, давай. Двое уже 20 минут. Это слабенько, слабенько. Так лево ты. Там. Снурта, блядь! Ах ты пидорасина, блядь. Ах ты сучара такой, блядь. О, мудак. Мне уже все, меня забанили, блядь. Шмель меня убил. У меня все как всегда. То сразу бурм сверху. Всё. Заебись, блядь. Да, честно, я уже сплю, блядь. Глаза слипаются. Так. Дропать не будем пока, сохранимся. Другое дело. Аккуратненько. Сейчас огнеметчика еще аккуратненько подведем. И будем дефить. У меня еще снайпер есть. Да мне придется брать КВ-2. Ну видели, блядь, с Исушкой. Даже ничего не успел сделать, уже выебали. Не буду. Снайпер развалили. Уже не слежу за игрой особо.
Так, я понял. Какая точная хуйня. Очень точно. Так, заползаем потихонечку. Живи, КВшечка, живи. Питер, применим проползание в тын. Вообще, на самом деле, для контр... Ну, в основном я беру контрить снайпера. Проползает. Можно и так, в принципе, попытаться. Копатыч неплохо сыграл сейчас. Здорово. Базука наказала сразу. Ставился. Блин. Не прёт пока. Промахнулся, блин. Как баг? Не знаю. Все норм. 80 ПБМ. Такс. Ну, вроде даже немножко побеждаем, но... он куда-то, ну типа вот так, ну
Видишь, блядь, как это работает? Никак. Это пиздец. Гим включить надо. Ой, попасть бы с КВшки. То, блядь, бывает, наннигилирует сразу. Давай вот так попробуем. Там, блядь, все мимо. Блядь, да что за хуйня-то нахуй? Блядь. Ну как вот можно с максимальной дистанции, блядь, въебать меня? У нас тут, ну не... А, нормально, 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 починить можно. Окей, не ною, все. Ой, блядь. На центре бы как что-нибудь нам. На центре бы. На центре у нас нихуяшечки, блядь. Помогаем нам. Давайте поможем, блядь, давайте. Что там, Т-60? Горел, бедолага мой. Встал. Энергии нет. Блядь, нахуя ты так близко? Я так близко. Я не добегу туда, там много тех великов. О, там что-то даже по башне попало. Тем более не факт, что я его взорву. Да надо, блять, надо. Такой, блять, моим бронебойщиком можно только сдохнуть.
Хорошо. Здесь прятка тащит. Бля, ИСУ жалко, ну это пиздец, блин. Взял просто, брум. Осталось где-то понять, где он сидит. Ключар этот. Наш офицер был. И никак. А, нет, здесь все. Забрал. Что, блядь, было? Очки у всех кончились. Что у нас тут хера нет, короче. Ну отступаем. Дрень опять. Дрень. Хлопчик, блядь, раз, два, три, три Остинда, что ли, да? Угу. Слушаю, командир. Три Остинда, парни. Блять, ну-ка, сука, в лежачий, он просто взял боу. Я хуй не знаю. Пич. Да, острым, да убить и все. И все было бы замечательно. Да, именно он, братишка. Именно он.
И сделать нихуя нельзя. По снайперу просто. Перетли танку. Где ж я его возьму? Он на этот Т-34 уже прут. Это наш варик, да, вот этот, да. Давай, башню ему хотя бы выбил, да? О, хорошо. Он, конечно, на фланг, но... Убили спонжа Шрека. Красота. Мог не спешить. Как так играем? Вот так и играем, братан. Бум. Сука! Блядь! Слушаю, командир. Так было на весу. Да. Нас все убили нахер. Да. Убери ты говно это. Пизду. Ну что, вот что ты делаешь, блядь? Еблан. Ой. Что он дрочил? Чего он там делал, блядь? Что он руками это делал? Базуку держи, пидор. Ну, в принципе, это ничего не решает. Но все равно. Хуяли. Хуяли он это делал. Ну что, блядь, имбу уважим, хули делать.
А, у нас типа был шанс еще на самом деле. Призрачный. Пошла имба, блядь. Ну это оружие победы, парни. У них вариантов нету. Ах ты, сука, так ты что такое высокое, блядь? Шахид мобиль сыграл. Закусали. Закусали, да. Да, есть такое. Блядь, ну это пиздец. Ну, блядь, ну убили меня Ису мою, ёбаную. Пиздец, он даже не пострелял. О. Так, надо выспаться на самом деле. Да, опять им бубу взять. Т-70. Т-70 хуйня на самом деле. Б-11, вот это топчик. Присаживайся. Присаживайся, ну. Задание принято. Надо остановить. Ай! И сразу в пушку попал, блядь! Бля, в пушку прям сразу, бам! Да, это стрелком. Ой, блядь. Так, ребята, ну что, все, всем спасибо. Пацаны, кто сдонатил, отдельная благодарочка. Все, завтра встретимся. Не знаю, что будет. Кох, мов, возможно, кох. Скорее всего. Скорее всего. Ну, а там как по настроению. Как говорится, на каком боку... С какой ноги, короче, стану. Вот так вот. Все, давайте. Спокойно вам.